Детский парк, который у нас расположен на пересечении улиц Ленина и Факел Социализма, был основан в 1983 году. Природный состав древесной растительности, который там был посажен, это вязы, тополя и клены. Ну, вы сами можете посчитать, что возраст данных деревьев более 35 лет. Поэтому в рамках подготовки территории, благоустройства и содержания имущества силами комбината благоустройства и специалистами ДХБ проведено обследование зеленых насаждений, по результатам которых выявлена острая необходимость спила большого количества деревьев. В целях нанесения по возможности наименьшего ущерба древесным насаждениям на территории детского парка принято решение деревья со сломанными ветвями, наличием сухих ветвей сохранить и произвести сильную обрезку, подчеркиваю сильную. В результате действий по обрезке деревьев кроны деревьев оздоравляются. Это позволяет значительно улучшить внешний вид декоративных деревьев. У нас там декоративных деревьев не присутствует. В рамках санитарной обрезки деревьев удается ликвидировать фрагменты деревьев, несущие опасность для жизни и здоровья людей, а также угрожающие целостности имущества или коммуникациям. После зимней обрезки такие породы, как тополь, вяз и к концу первого вегетационного периода наращивают свою зеленую массу и не уступают деревьям, в декоративности на которых обрезка не проводилась. При этом порядка 35 деревьев на территории детского парка сохранить не представлялось возможным из-за повреждений, представляющих явную угрозу окружающим. Кроме того, на территории детского парка в весенний период на протяжении последних нескольких лет ежегодно проводятся акции по посадке молодых деревьев с целью последующей замены и разнообразия природного состава древесной растительности. За последние три года там посажено порядка более 150 саженцев липы, каштаны, катальпы, березы и других. В связи с вышеизложенным, спилообрезка деревьев на территории детского парка необходимая мера для содержания территории парка в безопасном состоянии для окружающих и направлена на создание более декоративного и благоустроенного места отдыха для детей и взрослых. Это люди с профессиональным навыком, у которых имеют большой опыт. И потом, вот мы, знаете, интересно к этой ситуации подходим. Я три года работаю как директор управления дорожного хозяйства и благоустройства. Понимаете, у нас ежегодно, просто, к сожалению, там ежегодно идет массовое количество жалоб о том, что после там, ну, более порывистого ветра или что-то у нас там происходит там, так сказать, ну, слом веток или еще там чего-то. На это почему-то никто никогда-то не обращал внимания, понимаете? Когда мы сейчас массово решили все это сделать, я не понимаю, там, я же говорю, вязом более 35 лет. Мы сейчас можем пройти, выбрать, вот я специально проехал, посмотрел, допустим, по Комарову, там могу дома назвать, где стоят старые вязы эти. Люди просят, чтобы мы их убрали, понимаете? Потому что появляются червоточины, появляются там, я еще раз говорю, всякая мошкара, понимаете? И самое главное, у нас там большое скопление детей. Об этом почему-то никто не думает. И деревья, я говорю, они были посажены в хаотичном этом. Это ни одного дерева практически из себя ценности не представляло.